Всем привет! Турнир, мощное усиление, день первый. Вот такая вот у меня стоит оборона. И, в принципе, 50 на 50 пока. Давайте посмотрим, что у нас будет по атаке. Ага. Тогда давайте возвращать так вот удары противникам. Миньончики нам не нужны. Давайте все-таки по скорости сейчас пройдемся. Так. Диспеллер. Здесь у нас усиление. Так, и. Так, Уилбер, ты делал что-то у нас? Да. И давайте Уилбера возьмем. Там три синих было, да? Наверное. А, фиолетово. Нам главное усиление сейчас. Так, по отрядам. Ничего лучше я предложить не могу. Пошли в бой. А, тут фиолетовые. А фиолетовых у меня бьющих диспеллер. И Ригард в костюме. Хиллер. А давайте. Вот так. Атака. Так. Пока вот такие ходы напрашиваются, только фиолетовая комбинашка ушла. Ну-ка. Добьем. Добили центр. Отлично. Фиолетовый паровозик. Ой, вообще шикарно. Минус царь обезьян. Теперь себе усиление. Пока вот так сделаем. Так. Ферран заряжается. Отлично. Мы его быстро активируем. Теперь тогда зарядим противника. Куда он ударит? В обход. Ну ладно. Тогда вот так, вот так и вот так. Аметринку зарядим. Ну-ка, в кого ударит? В контр? Контратаку. Снова активируем. Аметрин. Так. И давайте теперь заряжать. Бах. Так. Что как-то с правым флангом сложно. Ничто. А вот играется. Красиво крутим, пытаемся зарядиться. Не трогая Гуленбурсти. Но он уже зарядился сам. Тогда мы сейчас спокойно здесь крутанем вот это вот. Оп. Сейчас еще раз это крутанем. Ферранта надо сейчас зарядить, чтобы контратака улетела. Есть контакт. Усиление. И давайте посмотрим сейчас, что останется от Гуленбурсти. Что-то осталось, но сейчас доберем. Все, Ксена, извини, тапок мой. К сражению. Так, что здесь? Давайте оставим как есть. Пошли в бой. Зеленый кристалл сходу соберем и взорвем его, чтобы крутануть поле. Так, теперь. Вот так вот.
Фиолетовые. Так, а красных что-то как-то не зарядить пока. Тихо-тихо, там по срезанной-то броне как лупит. Раз. Так, сейчас порежу тоже ману везде. Что-то мне не нравится. Ой-ой-ой. Нет, вот так. И вот так. Не, похоже, сливной тапочек. Прям как-то обидно. Диспел. Да, поражение. Так, стоп. Давайте как-то соберемся. Ищем красных. Ищем красных. Немножко вышло. Тут синие, красные, супер. Усиление. Фиолетовый хорошо заходит. А мы вернем себе усиление. Вот так вот. Минус центр. Так. Сейчас подзарядим Ферранта. Там Соня сейчас как раз таки задиспелит его же. Давайте посмотрим, что у нас станет ей на замену. Мы тоже можем задиспелить противника. И себе включить от снова усиление. Так. Ферран должен зарядиться. Да. Теперь красных поднимем. Усиление. Сюда фиолом ударим, красных в пустоту пустим. Ферран зарядился. Сейчас, наверное, в контр. Точно, в контратаку прилетит. Пеппи-поппи. Еще вот так усиление. Чуть-чуть не хватило добить. Давайте вот так вот сейчас пустим красный вправо. И он тут сам уже убьется. Отлично. Сражению. Идем смело. Вот так у нас красный кристалл собирается. Отлично. Мы уже взорвем сразу. Поле крутанулось нехило. Так. Опа. И вот так вот. Вот так, чтобы синие ушли.
зеленый кристалл, красное поле отправили, взорвем кристалл, сейчас посмотрим, что выйдет. Фиолетовый паровозик отлично улетел в правую часть. Взорвем сейчас фиолетовый. Отлично, метринка зарядилась на X3. Тихо. Так. Так. Давайте сейчас вот так сделаем, потому что там сейчас будет ульта вот здесь вот. Надо будет как-то ее диспелить. Контратакер мне не нужен сейчас включенный. Раз, два, три. Отличный подхил пошел. В контратаку. Коля, ну бейся. Так. Отлично. Минус правый фланг. Догореть не должны. Минус контратаку. И здесь добиваем уже щитами. Да, все. Прометей, до свидания. Здесь. Да, давайте так же оставим. Быстро заряжаем диспел для центра. Через центр буду кидать. Нет, нет, вот так. Угу. Отлично. Снова диспел. Нет, сначала усиление. Теперь диспел центра. И синий паровозик прям в пустоту. Отлично. Еще усиление. Теперь диспел. Красно-зеленая связочка. Угу. Ферант не успевает зарядиться пока. Сейчас поднимем наверх. Вот теперь ферант будет заряжен. Отлично. Так. Ага. А толку нам от этого, потому что сейчас не сможем поставить контратаку. Но контратака есть у Сони, да? Тогда мы пока вот так вот крутанем. Тут есть у нас синий кристалл, что в принципе неплохо. Мы тогда сейчас вот так вот сюда бах. Синий кристалл взорвем. Правый фланг неплохо покоцали. Снова диспел. Желтый взрываем, крутим поле. Фиолетовый паровозик ушел отлично. Мы сюда же его прокинем в левый фланг. Так, раз. Угу. Тут, чтобы красный поднялся для ферранта. Соня как раз ультует, это хорошо, она сбросила свою ману, а мы ферранта заряжаем. Ай, блин, боюсь, что сейчас толку не будет от него опять. Так, заряжаем тогда свою Соню, которая в эту владычицу озера, или как-то там была, да, владычица тумана, доберет. Синий в пустоту. Спокойно заряжаемся. Тот дядя Кирилл нам сейчас ничего особого не сделает. Теперь мы спокойно уже активируем ферранта. Кирилл усиление и фиолетовым паровозиком.
красными добиваем. Не добиваем, а наносим урон. Там добивом даже не пахло. Вот. Отлично. Вот получился пока вот такой вот первый день турнира. Оборона Б. Никто не трогал. Атака. Вот, конечно, поднакакал тут товарищ мне. Ладно, спасибо, что смотрели до конца. Увидимся на следующем дне турнира. Пока-пока.